для того, чтобы ответить на ваши вопросы, которые поступили с нашего сайта usa-visa.com, с нашего нового YouTube-канала, ссылку на который вы можете найти в нашей группе Facebook. Подписывайтесь, будем рады вас всех видеть. Так вот, вопрос, связанный с категорией визы. Часто звонят люди, наши потенциальные клиенты, которые хотят разобраться, а какую же категорию визы им выбрать. Вот. У нас наша работа состоит из трех этапов. Первый этап. Клиент заключает договор. Договор с нашей компанией «Атлант». Вот. В рамках этого договора получает юридическую консультацию, юрконсультация. Второй этап. Сбор информации. То есть после консультации мы вам даем список, перечень вопросов, на которые вы отвечаете, которые вы нам предоставляете. И третий этап – это выбор категории визы. А может быть и не визы, потому что у нас кроме въезда по визе можно въехать по особому статусу. Категории визы. То есть три этапа, три уровня. Заключение договора, юридическая консультация, общение с клиентом. Второе – это сбор информации для формирования пакета документов, так называемого кейса. И третье, когда уже пакет сформирован, юридическая оценка, подготовка юридического заключения, мы видим, какую категорию визы вам выбрать, мы вам ее выбираем, предлагаем и двигаемся к достижению ваших целей. Если вы едете по визе, она может быть либо не иммиграционная, может быть иммиграционная, может быть вам вообще виза не нужна, может быть вам подойдет особый статус. Это пароль в общественных интересах, либо гуманитарный пароль, когда вы подаете в посольство, в консульский отдел посольства США в своей стране и вместо визы получаете въездную петицию. Подписывайтесь на наш новый YouTube-канал, там будет много всякого разного видео. Заходите на наш сайт usa-visa.com и в нашу группу Facebook. Будем рады всех видеть. Всем всего доброго. Пока.